Я цепь разорвать хочу. А ты вроде и не пеш шелудивый-то, чтоб на цепи-то сидеть. Ту цепь, Семарглову, которая меня с Владимиром сковала. А чего разорвать-то можно? А чего не разорвать? Только зачем? Так тебе он вечная жизнь уготована. А разорвать чего? А? Чего это ты? Говори. Поохотимся, но не так, как охотится сейчас, когда после первого ящика напрочь забывают о звере. То есть об объекте охоты. Володя, мне бы адресок. По-старинному. Примерно так выглядел богатый помещик. Где этот Вакарин живет? А так, английская гостья. Доброе утро, Михаил Ильич. Доброе, Ирочка. Вчера из этого, из обезьянника, сразу в архив, из архива к свидетелям. Ирочка, мне бы адресок. Вакарин. Его Вакарин. Устраивались целыми рядами, целыми деревьями, чтобы потом забить лесу. Вот. А еще я вам хочу сказать, что эта охота занимала... Уходить будете... Газ, не забудьте говоря, выключить. Целыми выходили, целыми Владимир, Костровище, выключи. С самого утра, электричество, Ирочка, проследи. Ночи, да. Вот. Бог в помощь. Лисы бежали, за ними бежали собаки, а за собаками целое толпище людей. Володя, хочу еще что рассказать про собак. А мы с тобой собаки одни. Их специально... Ну-ну. А я погляжу. Угу. Наш с какой? Аж блестит. Лиса-то не очень. И пролетит. А собака твоя жирная, так прям там вот в этой грязи порыла-то и завязнет. Вот так вот. Что-то хотели? Я? Ах, да как вам сказать? Мне бы Веронику Андреевну. Она тут не живет. А где, не знаете? В Мытищах. Какая жалость. Надо же, а мне дочка... Видите ли, моя дочка с ней в одном классе училась. Мы в Тюмени живем. Я в Москве проездом. Вот просил найти одноклассницу, Веронику Андреевну, то есть. Подождите, я вам дам ее адрес и телефон. Ой, спасибо большое. А не позвольте тут пару часов перекантоваться, пока электричка тут у меня. Перекантуйтесь. Ага. Вопрос только сюда занесло. Так дочка пристала, найди одноклассницу ей, Веронику. Вероника еще с 10 класса жила у Марины. А Марина кто? Моя старшая дочь. А про старшую дочь мне ничего, дочка не рассказывала про Марину. Она погибла. Честное слово. У нас люди только с невысоким развитием интеллекта целыми днями в телевизор пялятся. Вообще, телевизор – это моветон. Я есть хочу. Хво, не беси меня. Вот мы с тобой пришли в замечательное, душевное место. Вот смотри, ходят сюда, здрасте, интеллигентные люди. Вот сейчас закажем с тобой, спасибо, кофе, яичницу с беконом. Можем сидеть целый день. Во. Желудком проблемы. Пьем
то, что можно, не то, что хочется. А тебе как удалось такую замечательную форму сохранить? Морда знакомая. Ну, никаких секретов, Борь. Еще год назад я о твоих проблемах знала не понаслышке. Слава богу, посоветовали... Чучело! Я ж тебя узнал! Исследования показали, что лучшим способом поддержания... Вова! Ты же это... Ну, точно! Это... Это ж ты рассказывал, как это... Лист-то поймать можно. Ну, я ж тебя сразу узнал. Ты чего ж позоришься-то? Так тебя нужно за такие плодни же это кнутом почивать, а не надо кормить всяким. Я же его сразу узнал. Чего молчишь-то? Ты ж с комару. Хочешь, я тебе расскажу, как лисиц ловить надо? Ты чего ж ты это позоришься-то? Позорище какое? Опа, вот тебе не надо. Хочешь, про зайца расскажу, как там медведя поймать? А ты уже людям это расскажешь. Ты метродотель! Я ж тебе расскажу, как лису-то поймать можно. Это Джонс, он про лису-то рассказал. Да подожди, я ж... Подожди, ты меня Джонса узнал! Это Джон про работу! Убери руку, ты что делаешь? За что я взял комарок? Можно тронить меня, Джонс? Я сегодня не видел. Столичный вестник! Столичный вестник. Специальная акция столичного вестника. А вот эта девушка. Нарушение корпоративной этики. Я вашему редактору жаловаться буду. А, Андрей, к вам это лично не имеет никакого отношения. Просто Владимир Казатулович, он из глубинки. У них там средневековье. Я не утрирую, понимаете? Он охотник, понимаете? Он охотится с луком и стрелами. Да? Друзья, сегодня мы с вами снова поговорим об охоте, потому что у нас в гостях охотник. Да не такой, как мы с вами, любящий пальнуть вальшнепа между четвертой и пятой стопкой да под хорошую закуску, а самый, что ни на есть, взаправдошний охотник. Этот человек утверждает, что там, откуда он родом, в чистом виде сохранилось средневековье. Он называет это иным укладом, при котором местные жители служат князю, сами ткут одежды и охотятся при помощи лука и стрел. Итак, встречайте, Владимир Казатулович, который просит называть его просто охотником. Ну все, давайте, где он там? Он гримироваться отказывает. Что я, скоморох морду белилами малевать? Вы отказываетесь гримироваться, потому что боитесь выглядеть шутом. Я правильно понял? Ну, ни к чему это. Но ведь вы пришли сюда, чтобы поведать нам правду о средневековой охоте. А именно скоморохи в средние века могли любому сказать правду в лицо. Разве не так? Скоморох правду? Ну, может. Хорошо, давайте об охоте. У вас, насколько я понял, есть серьезные претензии к одному из выпусков нашей программы об охоте. Так кто ж поверит, что лису по такому насту такой боров загнать может? Ты о ком? Не о тебе. Ты о собаке твоей. У тебя ж дурь в чем главное? Ты ж повадки лисы не знаешь. Говоришь, складно, а не то. Когда лиса, она зимой мушкует? Хорошо, о повадках лисы, хорька или кролика вы нам откройте глаза в следующий раз.
Владимир Казатулович, однажды в частной беседе вы нам поведали, что используете для охоты исключительно лук и стрелы. Ну, силки ставлю. Ловушки разные. А вы знаете, что такое ружье? Где оно висит? Когда должно выстрелить? Нет. У нас нет этого. Мы сами справляемся. Это ружье. Мы используем его для охоты. Осторожнее, осторожнее, осторожнее. Как же охотиться-то? Вонь такую зверь за версту учует. Вот так и мучаемся. Это я. Это Андрей Дмитриевич Вакарин. Это он же, но значительно моложе. Он тогда в проектном институте работал. Кстати, классный мужик оказался. А, да. Это вот чудом спасшаяся Вероника. А это ее старшая сестра Марина. Родная? Родная, родная. Марина, оказывается, 10 лет назад покончила жизнь самоубийством. А дети остались? Нет, они жили вместе с Вероникой, она была не замужем. Всерьез занималась авторской песней, сочиняла стихи, музыку. А потом взяла и отравилась. Ну-ка, дай сюда. Не сегодня придется уйти, позабудь про меня и прости. Сегодня придется уйти, позабудь. Михаил Ильич, вы только не говорите, что вы ее предсмертную записку позаимствовали. Да нет, Ирочка, ну что, Господь с вами. Я настольной лампой подсвечивал и через стекло перевел. У нас кто грамоте обучен, бересту бережет, буквицу к буквице кладет, строку к строке. Широко писано. Володя, а ты не хочешь спросить, кому была адресована записка? Наш дорогой риэлтор Руткевич Борис Иванович собственной персоной. К моменту смерти Марины он уже больше года был ее любовником. Вот. Что такое?
Брату это поздно. К 10-му попытаемся спаять обстановку. Если с материалом не заведут. Я сказал, 9-го поздно. Ну хорошо, тогда к 7-му попытаемся спаять обстановку. Попытайтесь. С материалами не подведут. Мои проблемы. Хорошо. Будем надеяться. Здрасте. А, здрасте. Какими судьбами? Это я у вас хотел спросить. Борис Иванович, эти? Ну, девица определенно это. Девушка, понравился я вам? Фотографируйте меня целый день. Ой, а можно вот так вот, в профиль? Вот так, очень какая хорошо. Наглость. Ага. Ну, хватит уже. Борис Иванович, это у нас вроде журналистского расследования. Да. Расследование, значит. Замечательно. Только тогда как-нибудь, знаете, скоординируйте ваши усилия. Давайте, приезжайте ко мне в офис вместе с журналистками, вместе с юными следопытами, с народной дружиной. Я опять соберу свидетелей, которые подтвердили мое алиби. И сделаем групповой снимок. Не, ну вы так тоже уж не начинайте. Mm. У девушки, между прочим, разрешение лично от прокурора. Знакомиться со всеми материалами дела. А? От прокурора. Прокурора. Ну, простите. Только, знаете, тоже не очень приятно, когда за тобой целый день хвост как за Штирлицем мотается. Да, ну извините. Вы задавайте свои вопросы, пожалуйста. В офис ко мне приезжайте. Адрес вы знаете, насколько я понимаю. Спасибо. У меня нет вопросов. Пока. Ну, тогда, Эдуард Васильевич, всего доброго. До свидания. Спасибо за помощь. До свидания. Что-то он не очень на сову похож. А вы в курсе, что он действительно хорошо знает Вакарина? Да уж в курсе. Человек, кстати, этого не скрывает. Просто у него отношения сложные. Отношения у всех сложные. Зато алиби у него практически на все эпизоды убийств железное. Нет, не сова он. Выхухоль. Да, должен ты золотыми монетами во всю поляну око Семарглова выложить ночами при луне. Да притом один, без помощников, без слуг. И начнет твоя луна полнеть, а Семарглова в тень убегать. Ежели око Семарглова закроется прежде, чем Владимирка службу свою свершит, так желание твое исполнится. Вот. А бабе повадки? Что бабе повадки? Ни одна баба при чужом мужике обутки не скинет. Как бы мозоль не шла, правильно я говорю? Ага. Ну, вот ты когда в лифте едешь, к чужому мужику задом повернешься? Нет. А к бабе? Вот! Вот она, сова-то! Рядом летала. А я-то, а мы-то и... Бабу искать надо. Ha 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 ha!
Семаргу прежде времени око смежает. Времени мало. С Вероникой неладно, там надо искать. Вызволение чудное, да эти строки в записке. Что тебя смущает? Конечно. Песня в раскоряку. Дыры такие, будто пропущено, что... Альписно, а потом колдовством каким вымрано. Пов. Я, кажется, поняла. И заели в обожженном стволке, там охотники прячутся в тень. На снегу ковыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают свинороводы, кровь на снегу и пятна красные флажков. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают свинороводы, кровь на снегу и пятна красные флажков. Ваши ноги. Вот так исполняют бардовскую песню. А ты знаешь, как ее записывают? А? Вот. Вот так. Ты смотри. Похоже на дамскую лирическую песню? Вот. И на предсмертную записку похоже. Только в записке не оставляют места для аккордов. А здесь посмотри. А? Ну что, пойдем к Руткевичу? Улыбнулся и поднял ружье. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, да вот. И лают псы до рвоты. Кровь на снегу и пятна красные флажков. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты. Кровь на снегу и пятна красные флажков. Марина могла что-то писать или переписывать для кого-то тексты. Ее отвлекли, и листки с нужными строчками просто украли. Чего вы от меня хотите? Как она умерла? Я не присутствовал. Патологоанатом диагностировал отравление синильной кислотой. Я, честно говоря, не понимаю, зачем нужно ворошить эту историю. Ведомо тебя, как крысы с подпола изгоняют. Ловят одну, морят голодом, сажают в котел. И уже на исходе сажают вторую, молодую да жирную. Так вот, первую, когда ее сжирают, ее уже выпускать можно. Она уже всех в подполе крыс передушит. Единожды убивший, либо в черный оденется, чтобы до смертного часа прощения просить. Либо второй раз убьет. И третий, и четвертый. Ты что на Веронику зло держишь? Вроде покойница сестрой была. Обходишь ее, как кучу поганую. Она ведь могла предложить Марине любую еду. Или взять черновик и наброски к песне. Вот. Лет я заставлял себя думать, что это моя фантазия. Хорошо, пусть. Мы с Маринкой потихоньку смеялись над ней. Ей 25 стукнуло, у нее еще никого не было. И она в меня влюбилась. Ну, единственный мужчина на горизонте, понимаете. И как-то Марина сказала что-то вслух, пошутила. А Вероника, она как стояла с горячим чаем в руке, так Маришку и плеснула сразу. Плакал, конечно, извинялся. А потом будильник. С ней после смерти сестры была истерика в квартире. Милиция, скорая, отец приехал, он отдельно жил на даче, его корвалолом отпаивали. Короче, я
забрал Веронику к себе, благо жили через стенку. И ночью в 6 часов утра за стенкой зазвонил будильник Маришкин. У него был, знаете, старый такой, с чашечками. Она его не выбрасывала, потому что память о матери. Его нужно было каждый вечер заводить. Мариша, она рано вставала. Каждое утро йога в обязательном порядке, косметические маски. Но объясните мне, какая йога? И зачем будильник заводить, если она собиралась умирать? Я лежал на раскладушке, и меня колотило, пока он звенел. И потом я встал, подошел к дивану. Вероника лежала с открытыми глазами и смотрела на меня и улыбалась. Улыбалась. Слушай, Вов, а все же убитые девушки, они похожи на сестру Вероники. Такие же рыжие, стройные. Она ведь хитрая, да? Хитрая очень. Она ведь просто сняла с себя подозрение. Она была в лифте одна, понимаешь? Она это все выдумала, все разыграл, Вов. Вова, мы поймали сову. Ланчакова надо бы насыскать. Гражданка Вакарина! Сержант! Так! Понятые? Я когда маленькая была, мы с мамой в парк ходили, я белочек кормил прямо с руки. А здесь их нет. Отдыхающие распугали, наверное. Вон! Смотри! Кто? Смотри! Смотри! Где? Оп, оп. Ой, точно! Да, ну это браво! Это не будет так с руки. Кормиться.
Я вот одного не понимаю. Как же это, как же сова не заяц? Не будет она так петлять до следы запутывать. Да и крыса, ежели с голоду умом тронется, она будет лететь, аки стрела каленая. Ну и как же вместе? И хитрость такую удумать, парнишку вместо себя засадить и убивать всех без разбору. От злобы одной. Вов, Вова, вот ты что загружаешься? Ты же убийцу нашел, и эксперты доказали, и шило то. И кровь на ее одежде. Гену Дульцева отпускают через месяц. Кондакова! Ирина! Ира, к вам там какой-то мужчина приехал. На проходной уже полчаса как топчется. О, здравствуйте. Здравствуйте. Вы Ирина? Да. А я Виталий Вольский. Виталий... Может быть, помните? Помню, конечно. Вы знаете, я вас с трудом нашел. Вы знаете, я здесь по поводу вашей статьи в газете. Мариночка Вакарина состояла в нашем клубе, и все мы... Сейчас. В общем, все мы были потрясены вашей статьей. Знаете, никто из наших не верил в то, что она закончила жизнь самоубийством. Да, это очень печально. Ну, и тем более несправедливо. Вот, вы здесь пишете, Вероника оставила точно такую же предсмертную записку со строчками из депрессивной песни сестры. Вы знаете, это была вовсе и не песня. Не песня? Нет, и тем более не депрессивная. А что это тогда было, если не песня? Буриме. Есть такая игра. Ну, даются две рифмы. Ага. Кровь, любовь, прости, уйти. Надо придумать четверостишие. Мы как раз всем клубом этим и занимались у Маришки в гостях. И она действительно в тот день придумала первую и третью строчку. Широко писано. А потом куда-то задевал этот листок. И в итоге у нее получилось. Не сегодня придется уйти. Вся в соплях, я стою под окном. Позабудь про меня и прости. И прости? Или, может, сначала начнем. Ну что, согласитесь? Светло, солнечно. Значит, Марина не писала предсмертные записки. И Вероника тоже. Да какая разница? Пропуск в строчках там это, буриме. Девчонок убивала Вероника? Вероника. Экспертиза доказала? Доказала. А ежели ее специально заставили? Ну? Чтобы самому руки в крови не марать. А мы тут сказочки сочиняем про Сауда, про крысу. А уточка ваша, между прочим, гадит. В клетке за 500 рублей. Это не утка, а селезень. Ну, селезень. Переживете. Куда мы едем? Куда надо, туда и едем. Фу ты, ну ты, ножки гнуты. Ух ты. Ух ты. Это мелюзга бестолковая. Да? Ну так же и беркут ловят. А? Да. Привяжут на кожаный ремень, держат при себе в страхе на послушание. Да. Да, потом охотятся с ним на волков, кто там, зайчих беззащитных.
Только Беркута на курицу ловит. А это на утку? На утку, на селезня. А, да. А человек на грех, собственно. Ну, убийство, например. Держит на том грехе. Вернейшем на кожаном ремне. Я позорилась. Я пустила журналистскую утку. Сейчас приеду, буду писать опровержение. Вот, утиная охота или новые подозреваемые. Вов, ну объясни мне логику. Ну, даже если это уважаемый риэлтор господин Руткевич, ну зачем ему смерть этих несчастных девушек, натравливать на них Веронику, причем заранее подставлять Дульцева? Я не понимаю. Да. Знаете, мы еще на район Мытищи грешили. Квартиру поменяли от греха подальше. Тогда многие испугались. Квартиры стали продавать. Сдавать за копейки. Недвижимость, ребятки, недвижимость, дикие бабки. Сколько стоила квартира, когда там гулял маньяк? Не знаю, но думаю, дешево. А сколько она будет стоить, когда его поймают? Дорого. Вот плюс, большой плюс, когда в район этот кинут метро. Ого. Так. Вот. С 30 июня по 15 сентября в том районе Мтищ, где произошли все эти убийства, так, было продано. Спасибо за цветочки. Так, вот 214 квартир. А дешево? Ну, в общем-то, да. Если учесть, что тогда на эти квартиры ни одно агентство не зарилось. Это место вообще не котировалось из-за маньяка. А сколько сейчас эти квартиры стоят? Ну, сейчас. Они уже в прошлом году взлетели почти что в полтора раза, когда легкое метро начали строить. И самый последний вопрос. Инна Матвеевна, а можно узнать, через какую фирму эти квартиры покупались и продавались? Ирочка, ну то что? Ну, Инна Матвеевна. Ну, нет, это невозможно. Инна Матвеевна. Инна Матвеевна, ну, пожалуйста, я вас очень прошу. Что ты делаешь? Инна Матвеевна, пожалуйста, очень нужно. Я прошу. Очень. Инна Матвеевна, очень как надо. Ой. Сумасшедшая. Только на меня в вашей газете не ссылаться. Ну, что вы? Дело в том, что все эти квартиры скупала фирма «Альтаир». Это уже потом они продавать начали. Генеральный директор Руткевич. А как узнаю я, что не воротится? Владимир Кисимаргл, хозяин. А потому как насмеялся над тобой Симаргл. Ой, как насмеялся! Ты не шути со мной, крыса старая. Не ты ли сама сказывала, что коли не накажет Владимир душегуба истого, не воротится ему? Я сказывала, коли службу свою не исполнит. А что Симаргл дороже? Не ходи доказать или безвинно защитить, то не верю. Thank you.
Ничего, ничего. Ты ненадолго. Ты же вернешься? Вернешься. Я в колонию буду ездить, как на работу. Мне еще бутырка не освоена. Рекламки напечатаю миллионным тиражом. Владимир, помоги. На цветном принтере с картинками. И всем зэкам раздам. Вернись, хорошо? Одно плохо. Душегуб на воле гуляет. Володь, нам его не взять. Даже если докажут, что кто-то из чиновников слил ему информацию по поводу легкого в метро, пусть он на этом дико наварился. А дальше? Лично господин Рудкевич никого не убивал. То, что он держал Веронику на привязи и про эти аккорды дурацкие, это мы с тобой знаем. Главное, что Гену Дульцева отпускают. А истинный душегуб? На свободе. Андрей Дмитриевич! Это я! Я приходил к вам! Вы помните? Здравствуйте! Я пришел просить у вас прощения! Да пустите вы ружье! Я понимаю, вы догадываетесь, что это из-за меня. Мои друзья доказали и обвинили Веронику, что это она убивала девушек. Ведь ее заставляли, запугивали, заставляли. Она же ведь хотела все исправить. Я понимаю, что она вас очень боялась, что вы ее проклянете. Но она не хотела убивать Марину, не хотела. Этот человек, он ее запугивал и заставлял. Я знаю, кто это. Владимир Касатулович, вы себя хорошо чувствуете? Или, может, отменим съемку? Не беспокойся. Как же не беспокоиться? Программа у меня авторская и немного ироничная. И если зрителям обещано исчезновение в духе Копперфильда, а вы, пардон, со стула рухнете, извините, это юмор не для всех. А может, вы под исчезновением имеете в виду шаманский транс? Сказал, исчезну. Значит, исчезну. Но это и слово сдержи. Лиходей из телевизора не выкини. Ох уж, пилаш, это лиходей Рудкевич. А если он придумает логическое объяснение своим риэлторским делишкам? Не придумает. Исключительно ради вашего магического исчезновения, Владимир Казатулович. Опять ружье приволок. Чего взяли? Вон стоит. Что от ружья твоего? Владимир Казатулович. Владимир Казатулович, вы куда? Борис Иванович, да. Прошу вас. Сюда? Сюда. Извините.
Ну, у меня сумка упала. Извините. Андрей Дмитриевич. Андрей Дмитриевич. Здравствуйте, отец. Негоже человеку человека убивать. Не по закону это. Ни по Людскому, ни по Семаргову. Уважаемые гости в зале, дорогие телезрители, сегодня у нас не один, а целых два необычных гостя. Впрочем, с одним из них вы уже знакомы. Владимир Казатулыч однажды посвятил нас в секреты средневековой охоты. А сегодня и вообще обещает сенсацию. А именно, грозится исчезнуть, то есть раствориться в воздухе прямо во время записи передачи. Что ж, посмотрим. Как вы можете видеть, никаких специальных приспособлений возле Владимира Казатулыча нет. Одна из камер в течение всей съемки будет направлена только на него. А теперь вернемся ко второму гостю, успешному бизнесмену, хозяину риэлторского агентства «Альтаир» Рудкевичу Борису Ивановичу. И первый вопрос, Борис Иванович. Ваше агентство, фигурально выражаясь, взошло на крови. Испуганные жители Мытищ продавали свои квартиры, опасаясь маньяка, спасая своих жен и дочерей. И вы их скупили весьма задешево. И потом перепродали весьма задорого. Я не понял вопроса. Я объясню. Мне, как простому человеку, всегда было очень интересно, откуда в бизнесменах такая смелость. Вы ведь взяли огромный кредит, неподъемный. Соответственно, были уверены, что скоро история с убийствами прекратится и пойдет прибыль. Я бы на это не пошел, если бы не был уверен, что убийца, а им оказалась молодая женщина по фамилии Вакарина, мне бы не докладывалось. Вы... что вы себе... У меня алиби. Допустим, вы знали, что гражданка Вакарина убила свою сестру. Хотя почему допустим? Вы точно это знали и постарались использовать в своих целях. У меня алиби. Снимай, снимай!